Привет, друзья! Сегодня у нас 25 октября. Прошло ровно 2 недели с того момента, как мы начали лечить межпальцевый дерматит. И сейчас я вам продемонстрирую, чего мы за эти 2 недели достигли. Пончик, лежи, лежи, моя девочка. Вот, посмотрите. Абсолютно сухая кожа. Никакого воспаления, никаких мокнущих ранок нет. Все чистенько и сухо. Вот видите? И сейчас я покажу еще раз, чем я лечила. Это хлоргексидин. Наносим минут на 10. Он не щипит, не раздражает кожу. Это кожный антисептик. Но все его знают. Средство очень дешевое. Далее. И вот такие вот мазюкалки. Это мазь преднизолон. Я ее добавляю не в больших количествах, потому что у нас аутоиммунка у пончика. Дальше идет мазь гентамицин. Это тоже антибиотик. И следующая мазь у нас противогрибковая. Это клотримазол. И вот я делаю такую смесь из всех 3 мазей. Перемешиваю и наношу на сухую кожу. Все. И на ночь носки. И вот ровно 2 недели прошло. И от воспаления не осталось даже и следа. Может быть, немножечко шерсть изменила цвет. Так что, если у вас какие-то проблемы, если у вашей собачки такие проблемы, так что, пожалуйста, метод действительно работает. Спасибо.